Глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что доступность ипотеки в стране нужно обеспечивать адресными мерами, в том числе поддержкой заемщиков в регионах и молодых семей. При этом она уточнила, что снижение ставок по кредитам на жилье вопреки рынка может привести к возникновению риска пузыря. На встрече с банкирами Эльвира Набиулина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей, например, субсидировать ставки в зависимости от количества детей. Подробнее на нашем сайте.